Более 10 миллиардов долларов, выведенных из теневого оборота, ждут в правительстве. Кабинет министров утвердил законопроект о легализации имущества. Министры финансового и экономического блока во главе с первым вице-премьером Бахыджаном Сагынтаевым предлагают народу вывести из тени деньги, ценные бумаги, а также недвижимость за рубежом, полученная непреступным способом. Подробнее Дамир Айдаров. Акция по легализации имущества и амнистии капитала начнется в сентябре и закончится в конце 2015 года. При этом правительство обещает полную конфиденциальность тем гражданам, которые согласятся вывести свои активы из теневого оборота. В правительстве надеются на доверие граждан, которые узаконят свои деньги на благо казахстанской экономики. Первый вице-премьер Бахыджан Сагынтаев заявляет, что предстоящая легализация капиталов и недвижимости за рубежом заинтересовались сельчане. Недавно во время противопаводковых мероприятий я виделся с жителями аулов. Простой народ спрашивает, когда будет легализация. Отмечу, что простой народ, потому что во время прошлой акции люди получили возможность привести в порядок документы на землю и дома. Вывести из теневого оборота в правительстве предлагают деньги, ценные бумаги, долю участия в уставном капитале компаний и недвижимость за рубежом. В кабинете министров ожидают, что из теневой экономики в результате легализации будет выведено около 12 миллиардов долларов. Какая выгода государству именно в выводе из тени имеющегося сегодня имущества и денег? Чтобы они смогли в легальном обороте. На легализации теневого капитала могут заработать банки второго уровня, считают эксперты. Ведь именно там, как минимум 5 лет, на специальных депозитных счетах будет храниться легализованный капитал народа. Если деньги снимаются со счета, то есть гражданин не хочет их зачислив на счет в банке, не хочет 5 лет ждать их возвращения с депозита, то он, в принципе, свободно может снять, но уплатив сбор 10%. Акция по амнистии капитала станет завершающим этапом перед всеобщим декларированием доходов, которое начнется не ранее, чем через 4 года. Дамир Айдаров, Булат Каманов, 7 канал.